и современное образование – это одна из приоритетных задач, которые перед главом региона ставит президент России Путин Владимир Владимирович. И создание, конечно, таких же центров – это позволит с малых лет воспитывать высококлассных специалистов для наших ведущих предприятий в различных отраслях. Инвестиции в детей – это инвестиции в наше будущее. В городе Новомосковске совместно с правительством Тульской области по инициативе губернатора Тульской области Дюмина Алексея Геннадьевича мы создаем центр одаренных детей «Созвездие».